Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой в войне. За все, что и сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам, недаром сегодня салюты звучат. В честь нашей отчизны, в честь наших солдат.